Заработай на покупке. Немецкие автогиганты готовы выплачивать клиентам щедрые премиальные за покупку нового автомобиля. Кто может рассчитывать на этот бонус, расскажет Татьяна Лагунова. Сдай старый автомобиль на металлолом, купи новый и получи премию от 2 до 10 тысяч евро. Такую заманчивую сделку клиентам сейчас предлагают все крупнейшие автопроизводители Германии. Правда, при одном условии: в утиль нужно сдать дизельную машину, в выхлопных газах которой высокое содержание вредных веществ. А взамен приобрести автомобиль, соответствующий новейшим экологическим нормам. В Германии сейчас более 5 миллионов старых дизельных машин класса Евро-3 и Евро-4. И мы должны создать стимул для автовладельцев, чтобы старые машины побыстрее исчезли с рынка. Если же хозяин не захочет расставаться с подержанным дизелем, автомобиль модернизируют за счет производителя. Обновят программное обеспечение, чтобы машина наносила меньше вреда окружающей среде, если, конечно, получится. Я думаю, никто точно не знает, что произойдет. Действительно ли это новое программное обеспечение поможет сократить выбросы оксидов азота, сейчас не скажет никто. Утилизационную премию и модернизацию придумали, чтобы вернуть доверие немцев к автомобильной отрасли. После того, как некоторые политики предложили вообще запретить въезд старым дизельным авто в центры крупных городов, продажи машин с дизельными двигателями резко упали. У моего сына и невестки дизель. Машине 4 года, и сейчас они боятся, что придется от нее отказаться. А без авто никак, ведь каждый день ездить на работу. А еще немцы хорошо помнят громкий дизельный скандал, который разгорелся 2 года назад. Тогда выяснилось, что крупнейший автоконцерн Германии Volkswagen обманывал своих покупателей. На машины с дизельными двигателями устанавливали хитрое программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».